Так, не знаю, запишется ли это, как это запишется. В общем, после краха это первая серия. Надеюсь, хоть что-то тут будет работать. 154 тысячи рекрутов наши долги. Немо, привет. Ну, слушай. Слушай, короче, все равно сейчас сливаем эту войну постепенно. Гопотом Персию распилим, а? Все равно он ничего не делает. А тебе будет просто... Ну, она мне помогает. Ну и что, сейчас помогает? И что, сильно помогает? И потом будет помогать, но она все свои армии притащила. Ну, как хочешь. Может, а пока кинуть мне за 500 монет хатан? Следующая провинция из тех, что мне нужны. Ну ок. Только, извини, мы воюем, я, по-моему, не могу кидать во время войны провинции. Да, если не можешь, ладно, да, после войны. Ну да, давай ко всем тогда, к нашим. А где, кстати, наш? А, вон, гурнейские морпехи. User left your channel. Channel switched. Так, жаб, можешь меня к морпехам кинуть, а то я не знаю пароль, или где там тортик? А, в уголке. О, ну чё, паника. Паникуем. Короче, китаец решил вырубить этого, по-моему, агрессора. А, что-то было, а чего они не поделили-то? Или Дима, ну, он хочет расширяться. Или Дима уже подговорить успел всех. У него это есть. И восточные земли тут, и Малва есть. А, ну понятно, что это не было. Ох, у меня мама, наверное. Да не, я так просто. Ну просто шандалы сейчас. Крайпер тут? Я встречаю. Что я делал в прошлую субботу. Да, у вас есть какой-нибудь хитрый план? Я предлагал протестить. Никого не было. Пока что ты. Немо, слушай, если я тебе передам стоит. Провинции в Канаде захваченные, ты можешь их Милану передать? Нет. Почему? Потому что я воюю. Нет, захваченные провинции... Ну, смотри... Мамлюк, на тебя пошли на тебя в угодье. User was moved to your channel. Да, мамлюк. Это... Принять битву. User joined your channel. Че, давайте теряем. У вас там где атакуют, алло? Что там? Мамлюк. Да-да-да. Пизи вас атакуют. Все, готовься. Да, я... Мы, возможно, сейчас, кстати, убьем эти 40 тысяч. Ого, но мы дико теряем. Я не знаю, пока что нормально. Дядьёте туда быстрее армию, там у вас нормально все. Кстати, не... Ну мы таки победим, да. Сейчас я еще 6 тысяч на всякий случай. Аус, все. Подводите армию к нам, пожалуйста, в Италию, нужна. Все, пойдем в это. Саравию берем. Идем туда. У нас там на севере движуха какая-то. Так, атакуем на Нарву, китаец. Да, я понял, я подвигаюсь в армию. Часть пойду с тобой, часть пойду... Через Дорпат атакуем. Да, часть армии туда, а часть армии на Ингерманон. Поляк там всего 80 тысяч возле вас где-то ходит.
Но он опасненький. Ну мы ему убили. Сколько мы ему? 60 тысяч убили или 70. Ты Голландию даешь? Голландию нет. Нет, но. А может переползем в комнату, где у нас будет меньше свидетелей? Уходи. Надо будет подойти. Или пароль поставим и почистим все. Я могу поставить пароль. Сейчас поставлю. Вы можете перевести войска с кораблями в Нью-Йорк, в Испанию, в Италию? Срочно. Можем, мы тут... Переведите, кто может. Быстрее, я не знаю, успеете или нет сейчас. Я не знаю. У меня часть в России, часть в Швеции. Не знаю, могу ли... Да, переходим, я смогу ли их перевести сейчас, попробую. 37. Пароль 237, я поставил. У меня вообще БД нулевой битвы. Маски волос паролем, все. А что, топ-киты уже проходят, да, Милан? Да, но они проходят битвы еще. Ага. Но это пока не они влились еще 30 тысяч. Видите, у них там еще 600 тысяч. Ты видишь, кто там? Пробуй. Тысяча на... Переводи войска. Ну молодцы, сейчас... хорошо. Туда видите. Плыви. Сейчас странно, будет опасненько. Если наемники подтянутся, то, в общем-то, сможете. Хотя там... Давай, наемник, вы еще видите наемник, 60 тысяч, которые не вливаются в эту битву. Вражеские. Пока не... Разменивайся. Нужно размениваться все, рекрутами. У нас все равно рекрутов больше. Пускай они пока воюют. Мы их рано или поздно передадим. А что они ставят за паузы, если нет... Милан. Больше Милан, уже без рекрутов. Милан, переведи... Паузы возможно. О, в Нарве отлично. Поймали. У тебя 8 тысяч на острове сидят. У него еще 40 тысяч доходит там. А, его что он поставил паузу. Пытайтесь. Все, крайне плыви быстрее. На корабли сади. Не, ну боевой, конечно, дух у поляков. Че, успеваешь? В Сиене у тебя отбивай. Успеешь, возможно. Ты лучше сразу из высыпку. Там, ну, там, правда, может минус повеситься, но в эту битву выкроете. Милан, сколько у тебя сейчас денег? 700. Плыви быстрее. Нет, нет, я имею в виду бюджет, баланс положительный, отрицательный. В Сиену высадим. Сиену. Вы видели 4 тысячи на 7 тысяч, это жесть. В Сиену высаживай быстрее. Можно. А, все, там уже у нас пушки пошли. Физу высаживай, высаживай в физу. С будет пехота. Есть. Высадим. У нас все, две победы, две крупные победы подряд, даже три. Ну должны как бы... О, вы видели, да. Мы... Да, все нормально. Я увожу армию. Три вы победы заметили? Подряд. О, идите ко мне в Бессарабию. Ко мне в Бессарабию. Вы видели из войны. Вывели? Да. Кого вы видели? А что забрали? Забрали одну провинцию в Англии. Уэльс, Уэльс. У тебя же вроде бы было гораздо больше, чем... В смысле, так ты бы ее качнул и все. Я ее качал. Ну, качнул бы там до развития 15. Неплохо. Ни очков нет. Если бы очки потерял немного было. Так, они тебе сейчас там всю армию высадят. Так, я тогда субсидии отменяю. У тебя там нормально с деньгами все? Я не против. Пора менять культуру. Кому субсидии? Малай. Совершенно Малай, внезапно. Малай, у нее все войска тут были. Кому субсидии, ё-моё? Малай. Сейчас это... Страйпер. Ты почти постольчик. Ко мне в Бессарабию подтягивайтесь, Тор. Там мне надо две территории фабрику. Ну, по 1000 ставь. Если меня в Бессарабии словят, то это минус 42 000. Но если он сейчас приведет сюда все свои армии, которые мы только что отбили, то Милан, Милан, тебе нужны субсидии? Так, я веду. Но у него 90. Милан, мы тогда как, отбиваем твои провинции, да? Желательно. Пипец у Милана.
Перерасход денежей. 150 дукатов стоит. Ну, это пополнение идет за счет рекрутов. Это он так больше 3 месяцев. Ну, продержится, продержится. Немножко однообразное действие, но ладно. Из займов и все остальное. Нас тут флот выбивает. Это да. Это займы у многих уже есть. Попробуйте еще подловить те две армии, которые там по 30 тысяч стоят. Ребята, если что, меня повстанцы там в тылах очень мешают. Это к китайцу относится. Да, китайцы там сейчас побегут. Мамлюк, у тебя 26 тысяч в тылу стоит, веди их на фронт лучше. Там, если что, можешь китайцы добивать. Хорошо, хорошо. Ладно, а китаец как, ты подавишь тогда? 40 тысяч в это. Да, видите, я, возле чувак, Азова у меня 60 тысяч, короче, бегает, я не знаю, куда отнести, к фронту или куда. Если бы, просто говоря, мы начинали игру сразу бы, где я стоял рядом с вами, у меня бы вообще изейшая просто была бы для нас компания. Потому что у меня 200 тысяч перешло бы, всех разметало бы. Ну, веди их к этой границе на ящике. Слушайте, я, наверное, не 26 Немо, тысяч, у вас 40 в Италию тысяч, приведу, а? Да, веди все в Италию. Да, в Италию. Обрати внимание, тут стряк поднял содержание кораблей. Да у него там есть корабль, кстати. Поляк поднял? Тут я не мой, тут галера эффективна. Тут если чё, Милан ещё есть, и вон, Польша. Ой, Мамдук. Австрияк это зря видел. Сейчас как бы поднимите, попробуйте, может, на лоу слить какие-нибудь войска. Только не в горы. Мамдук в Молдавии. Можете... Есть проблема в том, что меня могут прорвать в районе Норвегии. 60 тысяч стоят, осторожно. Дорт Малда... А, ты все. Я рядом, но это ничего не есть. Да, он идет без рады. Без... Нет, он не идет без рады, стоим. Это, так называемый... Он мои занимает. Панты. Стягивайся к нам, Крайпер. Ну, иду. У нас же Россия, да, правильно? 20-е. Он еще 40 тысяч ведет. Быстрее. Лучше быстрее, он еще 40 тысяч. Лучше отступайте. Все, в Бессарабию все, вкидывайте. В Бессарабию, торт. Все, в Бессарабию. Угу. Там степи, плохая местность. И вас выбьют. Нет, не выбьют. У нас есть один человек на 3 монеты вместе. Я не могу. Да меня там кто-то кидал. Ну мы его там бомбанем вместе. Да, кстати, 18-го ты туда вливаешь. Польша кинула свои северные провинции России, можем захватывать. Ой, у него тут все войска у него. Ой-ой-ой-ой-ой. Я меняю форму управления, ребят. Потом отступим, если чё. Через 100 монет меняю форму управления на плюс дисциплину. Стоп. Крайпер, не иди сюда. Мы 26-го сможем отступить. Осман, скажешь, когда сможешь отступить? Кони лютые вообще. Я 26-го дома. 26-го можешь? Да, пора вам бежать. Отступаем. Что там в Италии? Нормально все еще? Живы? Ну, отступаем. Сирийские войска... А, ходишь? Все за пролив уводи. Все за пролив. Что там с Хикой? Хика вообще шевелится, Осман, нет? 28... Осман, у тебя 28 тысяч провинцию освобождают. Уводи за пролив. Он меня перехватывает. Успевает? Так, хорошо. Уводи все войска. Уводи все войска. Смотри на свою Сибирь. Где тебе еще восстание? Я не вижу больше. Нет, я не хочу терять эту армию. Ну, только здесь. Полярист. Почему? А он все, а чё мои не отступили? Какого чёрта? Я 20 марта только могу. Ну чё, Крайпер, может вливайся? Попробуем. Вы их напрасно без дебафа встречаете. Вам только с дебафом их как-то можно перехватывать. Давай, я ещё, веду. Это поравнение решили, что ли? Вы через 5 дней... Алло, вы через 5 дней сможете отступить. Отступайте лучше, не вливайтесь. Он шотнет.
Мама, вы потеряете больше. Уводите? Я 20-го ставлю палку. 5 дней вы точно там продержитесь. Все, 20-е. Отступай. Главное, чтобы опять не было этого глюка, что они у меня сейчас станут на соседней провинции и будут стоять. А надо отступать туда, куда хочешь отступить. Их и отступай. Отступай. Ну в смысле закрыл B и нажимай по несколько раз. Главное, чтобы тебя не догнал. Все, отступай. User was moved to your channel. Так, все стоит за прорывом. Смотрю за тем, что у вас происходит. Бейте крепостя. Мы уже поняли, что. У меня восстания пошли. Где восстания? Бенгада. Мин, у тебя 19 тысяч мор. Что восстанавливать? Ребяточки, нужен флот в Северное море. Желательно даже в Балтийское. Мин. В смысле, зачем нам там пол? Мин. Пап тут. Потому что если они пройдут в Норвегию, это меня заставит разрываться на два фронта. А, пойдемте все теперь на один фронт. Слышите? К России. Да, пойдем туда. Нет, он зачем, пока, зачем, он зачем? Пока тут пусть стоит. Зачем к России сразу всем этим? В России мы там быстро сольемся. Это же литовский сентябрь. Он тут через пролив не пройдет. И у него тут все войска. Все войска мы тут не видим. Ну, можно как делать? Можно? Давайте мы будем туда уходить. Мне кажется, лучше... Кстати, да. Ребят, мне кажется, лучше перекидывать войска. Мне через полгода выведут под китами. Переплывай в этот крайпер. Вам надо две крепости забрать. Слышишь? А он еще две возьмет. Ну, у меня сейчас транспортники еще прибудут. А у нас разве не положительный счет или для Милана это как бы не влияет? Крайпер, плыви тогда в Италию, а мы пойдем к Рашке. У меня повстанцы скоро, крестьяне восстанут на той стороне. А, ну нормально. Бонус будет. Ну он их быстро убьет. Не страшно. Крайпер, тогда была в Италию, а мы на фронт Крашки. Только пошли на фронт Крашки. Ну, срочно в Италию, если... Еще 3-4 крайпер повел в Италию. Я не могу понять, фронт что австрияк делает, конечно. Австрияк свой флот вывел, возможно, он мой хочет шотнуть. Он берет и... Где его? Надо... Он тут пить. Он быстрее брать крепости. Просто берет и пить. Снизу Италии подсыпали. Это было Палермо. Рагуза. А, ясно. Он приплыл, австрияк. Малай, они... слушай, у тебя флот свободный. Нет, есть? Нет, плывай пока. Можешь мне помочь немножко? Приплывай. Где? Около Кореи. Он сам... Он нет, что, не могу. Он, кажется, пролив хочет пробить. Алло, ребят. А Милан у нас... Мин, там еще 15 тысяч. Алло. Сейчас иду, сейчас иду. Австриец на мой пролив напал. Иду. И он сейчас его, походу, разобьет. Почему-то. Крайпер. Он туда сейчас генерал. Сейчас я назначу. А галеры у него, Тор. О, там... Галеры, да, я не даю плюс. Но этого недостаточно, походу. Сейчас я стягивайте еще. Все флотилии, просто все корабли туда кидайте, абсолютно все. Сейчас у меня 40 галеонов подойдет. Да, транспорты тоже кидайте, там численность решает. С бенгалийскими сепаратистами, дружище. Ну, я убил, ну, вернее, я убился, и он уж отошел. Не забудь, что Лахор мой. Это что?
Это а, не отступают. Провинция твоя, которая была в Бенгалии, но не приморская, но ты ее почему-то взял. Все, два месяца меня вывели. Вот перерасход бешеный. Отбились? На предложение. Где войска-то обещаны? Что за дела? Я вообще не понял, по-моему, сейчас вся армия их собирается около бедного этого Милана. Так мне уже стопки. Да, они частично возле Милана, частично Турции. В Греции. Переведи в Милан. Сейчас выведут этого Миланца и все. И будет. И ГГ вам будет. Анал карнавал нам будет. Они ж по одному специально ходят, бывают. Надо по крепости сейчас поставлять. Все, поляк обратно повел армию. Одно. А вот реально, австрияк берет, какие-то у него такие тут армии стоят. И он. Как-то это будет. Ну а ему и не надо ничего делать. Ну ведь, ну по. ПД он. Ну чем больше он стоит, он выше, тем больше он восстанавливает свои крепости. Все он правильно делает. Милан, если он не собирается с ним воевать, а вывести, зачем ему тратить и разбивать Милан свои войска? Ну, у меня идея, я сейчас побью немножко. Дайте, пожалуйста, ну, у тебя ну, сейчас. Если они хотят пораньше 50 монеток надо, вот. Сейчас скину. Если его сейчас выводят, то тебе вешается черный флаг, слышишь? И мамлюку тоже. Ну, понятно. Ему еще два перемирия кинут и все. Ну там минус 40 счет. Я не знаю, чтобы успеть, надо их разбить. Попросту. Я даже не знаю, что надо сделать. Там уже третья Османия. Две крепости уже надо взять. Третья Османия просто уже под этим. Ну, в смысле, не Османия, а. Чего я? Ну понял. Но если, они, если успеет, понятно. То... Должен успеть. Крайпер, попытайся высадиться в Бургундию, забрать крепости. Если мы наберем определенное количество крепостей, ставки ты смогут. Берите Мантую штурмом. Штурмом берите, если осада не проканает на этом ходу. На этой фазе. То же самое касается и Генуи. Они меня не кинули, Мерич. Плюс 5 дисциплины. Брать? Да, плюс 5 дисциплины. Крайпер слышал про крепость? Штурмуйте Мантую. А, там сейчас а Россию разбивают. Мне не кидали Мерича. Так, австрийцы вывел войска. Краски идем. Войска, флот. Глухие, ребят, в Киеве драка. Кто какой-нибудь собирается? Алло. Да, я выведу армию, не беспокойтесь. На осадисты. Не выводите. А почему в России? Тысяча на 300. Мантую попробуйте осады. Там вас тогда разобьют там. Но у меня до декабря время еще есть. Курску стягивайте сила. Ну вижу, что это. Он, по-моему, идет на север меня бить. Мне там две крепости уже почти взяты. Все, давайте нападать, ребята. Курску, Курску, Курску. Куда идем? Че, нету уже войск Франции? А, так, да. Крипер, давай. Поздравляю. Твой флот Крипер в Лигурии, моей... да. Так, ребята, я убегаю. У меня там две почти взятые крепости, но я не смогу с ними ничего делать. Крайпер, флот. Да. Милан, действуй, старал. Отходи, отходи, там поляк идет в лесу. Мин, отходи. Он идет тебя бить. По щам, больно. Забей на те крепости, он сейчас сольет твои армии просто. Попробуй, я иду туда. Ребята, давайте нападать на кого-нибудь. Хоть. Мин, ты слышишь, что я говорю? У нас 43 тысячи еще и по югу бьет. Крипер, ты подвел кораблики там? Уровень тактики 3.3, боевой дух 5.2, ну да.
Они все равно мне кидают сап-хиты, ребята. Если мы сейчас что-то не сделаем, меня выводят. Все. Если австриец уйдет из Милана, то будет ГГ. Так, Албега, выстрелил. Это вам только через реку нападать. И надо нападать Верону тогда. Так, так, Верону. Верону? На 60 тысяч? В Кремону нападайся. Кремоне 30. Ну, давайте быстрее решать, куда нападать. В Кремону нападайте. Кремон. Сейчас мои кораблики, где там кто-нибудь отводит, нет? Я подвожу. Должны, по идее, успеть. Или нет? Не хватит. А на повышение слабо нету? Нет, у меня республиканцы. Ну, подведу я туда кораблики, их не хватит. У меня еще идет 38 этих. Ну, тогда быстрее. Ну так что, решаем, нападаем, нет? Я поведу, если ты нападаешь, я в любом... Да, и флот советую убрать, он в любом случае умрет, так хоть корабли сохранятся. 25 тысяч. В Италию, в Кремон веди. 25 тысяч в Италию, в Кремон веди. Крайпер. Нифига себе. Крайпер. 25 тысяч в Италию. Я не понимаю, ребят, там гуляют по северу 47 долбанных тысяч. 47. Почему не поймать их в ловушку? Так, на встреях пришел. Там 67 еще за ними ходят, стоят. Опа. Все, вывели. Да. Блин. Мамлюк, пытайся отступить. Упс. Крайпер уплывай, а мамлюк, пытайся отступить. Okay. На самом деле это было... Да зачем ты восстание объявил? Что называется предрешенный результат. Не, ну в Кремоне я тут победил. И сейчас австриец пойдет куда-то. Да. Ну тогда отходите. Я уверен, попытайтесь пойдет на... Да, в Бургундии и забрать крепости, потому что если вы заберете определенное количество крепостей, ставки там и закидаем, и все. Эмма. Чё? А, посмотри, ты можешь азов мне передать? 22 тысячи. У тебя нет вообще границы с этой провинцией, ты чё? Чтобы он наемников не мог, ты вроде можешь передать. Нет, крайпер, наемников, чтобы... Можешь пролив поставить корабли? Если австриец приплывет, то будет у меня небольшая проблема. Там ты ещё какой-то бред вообще сказал. Какой зов, как передать? Я только соседям могу передавать в провинции. Там 20 тысяч поляков в Крыму стоят. Может попробовать что-то с ними сделать? Я могу сейчас туда свои 50 тысяч. Не расслышал. И мне нужен удар по Вроцлаву. Подождите, а сколько? Хоть какой-то армии вашей. Небольшой, там ребята захватывают цепью. Захватить, значит, провинцию одну. Осман, я Силистру захвачу. Давай. Если бы мы флотом выиграли, все было бы хорошо. Австриец прибежит, поэтому, Крайпер, я бы на твоем месте далеко сильно не ходил. Сюда сейчас все прибегут. Видите, какие там войска. Галеры мои, вы видите? Он уводит. Почти лямная армия просто выбегает перед 43 тысячами. Ну отлично. Сейчас они будут цель войны забирать. У меня вообще с ними пока счет плюс 7 в мою пользу. Это общий счет. Там австрияк идет. Ну можете сейчас уже технологию развить. Чуть-чуть осталось. Австрийская армия, конечно. Мне нужно успеть захватить Силистру. Зачем? Чтобы черный флаг снять. Я не думаю, что это так работает. Так, это так работает. 140 тысяч привел.
в Крым. Ну. А он уже, кстати, снялся. Потому что погрузил на корабль. А Витя здесь? Да. А можешь Португалию сюда перекинуть? Португалию сюда перекинуть? Немо, осторожно, сверху 40 тысяч еще идут поляков. Ладно, да. Вижу. Все вижу. Ага, в Крым ко мне идут 44 тысячи. Не могу, потому что даже понятия не имею, где Португалия сейчас находится. Слышишь? Да-да, я перехожу. Ну ты одну тысячу оставил бы осаждать, ну ладно. Я могу, в принципе, я сделаю. Блин, почему у них такая мораль офигенно большая? Потому что они затачивались на войну, в отличие от вас. Потому что у вас низкая. Интересно, реально. А Португалии сейчас я не вижу тут. Ну нет, то нет. Бывает, как говорится. А доктор злой это? Я нашел Криса. Он идет. Он... Ага. Уходим из Крыма. Отсюда из Крыма, походу, идет. Давайте на Полоцк ударим, ребятки. User left your channel. Уходим из Крыма, говоришь? Да. Ладно. Да, они идут туда куда-то. А, Сэдди, ты здесь? Сэд. Если ты здесь... И разворачивайте армии также на цель войны. Войны. Китаец, китаец, не на Тамбов. На север идем, на север. Давление. У меня армия там... На север. У меня опять восстание в Омске. Держи. О, спасибо. Ты говори четко, куда мне поставить свою армию. Потому что они бегают туда-сюда, туда-сюда. Четко я не могу понять, куда, но на север, в район бывшей Финляндии. Единственное, если вы все-таки выиграете войну, отбейте мою позицию в Эльсе. Ну да, если. Там Речь Посполитая опять все свои армии собрала, все плохо, короче. Знаю, что вы собираетесь делать. Хайпер, куда ты ведешь войска? Сейчас уж битва завяжется лютая. Ко мне потом сет в этой в Тамаре. Не заметил, плохо. Мы сейчас будем отводить. Ты отводить будешь? Отводить будешь или нет? Буду. У вас же там вроде преимущество есть, почему бы не... А, вы же слабее, понятно. Мне сейчас решет. Я говорю, вы пытаетесь крепости? Скажите мне. Кто он тебя плывает, чтоб сабхиты потом кидать? Бургунди надо взять всего крепости. Бургунди берешь 5 крепостей и выводишь ее. Китаец, да. Переходим в район Пскова. Где уже? А чего у тебя забрали? В Брянске у тебя войска стоят, но в Псков их разверни. У меня три армии. У меня одна армия в Ружеве, другая армия в Брянске и третья в Липецке. Ну, все ведем на север. Вот они стоят, у войска еще 24 тысячи. А вы меня после перемирия сможете призвать? Не думаю. Сейчас австрийцы будут продавливать юг. Через Харьков, наверное. 5 лет. Я говорю, вы оплывите и захватите Бургунди, там у них всего 5 крепостей. Нет, это что? Слышите? Крабер, ты пытаешься? Тебя плохо. Все. Мне нужен твой флот. Перекрой, пожалуйста. Залив Таранто. Сейчас. На минуту скажешь, как выйдешь? А кто там вылетел? Какой-то Серега. Ты наблюдатель. Наблюдатель. Продолжай. Мамлюк, у тебя 100 тысяч стоит. У меня ничего не делает.
А слушай, если я их сожгу через тебя, они меня не будут атаковать? Не будут. Не, не будут. Ты контрольный квадрат, они не нападут. Хорошо. Все, тогда веду. Сейчас я. Сейчас уничтожим. Флот австрийц, да? Минус 160 тысяч будет, если мы будем. Они уже осаждают наш Полоцк. Слышите, в проливе встаньте у меня кто-нибудь. Если он сейчас нападет своими 30 этими, то. Мамилюкаш 86 кораблей. Там рядом вагон наших союзников, не беспокойся. Армии идут к низу. К Азову. Проходите. Мамлюк, осторожно, 60 тысяч. Тебе видно. Да, именно. Перекрой, пожалуйста, я вас попросил. Я просто еще и в Америке воюю. Сейчас перекрою, подожди. В Америке ты с Бургундией воюешь? Португалией. Наверх, ага. Идут наверх войска, походу. Все, они. Все я иду войска в России. Пользуйтесь паузами, если нужно. Отступить успеешь? Куда ты? Индостан. Тайло. Так, мне нужна пауза, подождите, пока не... Окей. Заберите 5 крепостей и выйдите. Слушайте меня. Ты пока держи проход, я два отряда выберу. Мамлюк, там... будет столько. Давай. И посмотри там, где войска, может провести сама, чтобы не убить там. Заберите 5 крепостей и заберите крепостей. Крайпер, тем, что у нас есть, мы можем бургундца здесь убить. У него слабые войска. Ну, можно. Вы его можете вывести, вы меня слышите? Да, слышим, слышим. Вроде кто-то поплыл уже. Ну, хоть 5 отрядов, забирайте крепостя и даем стоп-хит. Если он этого не заметит, то все, минус 160. А я думаю, он этого не заметит. Не, конечно, удивляйся, старик. Немо, тебя сейчас, возможно, поймают. Ты остановишь. Но... Что? Давай я тебе продам провинцию в районе. Денег нет. Я тебе так заметил, что я не подумал, да? Давай. А я к ним не сделал. А, подожди, подожди, нет, он не покупает, отклони приключение. Потом, потом, я его не один из нет, он сказал. Лучше мамилюку продам, мамилюку я ходить не смогу. Так у меня тоже это. У тебя, тебя сокрует. В Новгород стягиваем силы. Корабли, у меня полуразрушенные после битвы. Спасибо, ребят, спасибо, что сняли. Нет, паузу, нет, оставим. Сейчас не захватим. Спасибо, спасибо. Молодцы, ребят, молодцы. Но следить надо. Кто я сказал про паузу? Никто, не кроме не тебя, паузу, за этим не проследит. И да, Бургундия в Норвегии. Я не знаю, кто её снял. Можете сер снимать. Уже поздно. Крапер, попробуем бургундца здесь разбить? Давай. Сейчас давай выйдем. Убедите войска его, а не пытайтесь его разбить. Ну хотя, в принципе, да, его разбивать. Зачем его разбивать, когда вы его можете вывести? У него дисциплина выше, чем у вас. Не согласен. Опять восстание. Я не знаю, сколько у него. Я его сейчас выбирал. У меня 5. Это боевой дух. Просто 5. А, боевой дух, ну да. Немо, напали на тебя. Бывает. Немо. Пытайся, пытайся увести восстание. Мин, о, 38 тысяч минуты, иди. Все, мин не успевает, я иду. Да, мин бьет свои остальные войска. Может, там разобьем? Давайте, я сейчас... Там, скорее всего, на земле. Почему обратно?
Там еще вон это. Пскове разбивают. Россию. Так, Осман, наверное, все-таки надо в Россию идти. Осман. Я в Псков. Какой Псков? Ты туда не успеешь. Успею. Там это. Если три дня простоим, то все успеют. Окей. Все тогда. Заглядывай. Тогда сейчас мы уедем. Скотина. Так, уничтожили. А, Мамлюк, можешь уводить. Но мне он все равно еще понравится. Бургунцы сейчас будут за мной сражаться. Ребят, кто может сотню золота? Я? Кому? Ну, лучше побольше, конечно. Кому, ё-моё? Это, Масмана. Райперы, которые стоят... ...штаты. Они не просто так стоят. Мамлюк, как отремонтирую, сейчас скажи. Вы пытаетесь, да, оплывите и стаб хитами его закидаем. 5 крепостей забрать это. Мамлюк, Мамлюк, стой, уведи 50 и 25 тысяч снизу. Вы не заходите, я приятно. Да. Не знаю, ниже куда. Крайпер, ты можешь Францию выиграть. Крайпер, ты можешь Францию выиграть. Чисто забрать столицу и крепость. Да. Ну, кстати, там столица, ну, 200 тысяч, ну, первого уровня, сейчас соберем. Да-да-да, и как раз уничтожим флот Бургундии, вообще будет кстати, супер. Подведи туда флот, чтобы быстрее сожрать. А также у Бургундии надо забрать столицу. Ну, мы ее заберем за 2 месяца. О! Чё? Бургундия заключил... Белый мир. Война окончена на этих условиях. Что случилось? Россиюшка надломилась. 200 золота у кого есть? Все, война закончилась? Зань. Да. Киньте, пожалуйста, 200 золота. Да. Ивент вылетел. Готовимся к следующему. Подожди, мы не будем поднимать провинции в Европе в Америке, пожалуйста. Ой, еще, пожалуйста, 30. Да. Можете союзники убирать с Россиюшкой. Тут 80, спасибо. А почему белый? Потому что я не стал у них ничего требовать. Это было бы слишком нагло. А чем ты мир заключил? 280! А, вот честно, ребята, вы как думаете, у нас были шансы тут победить? Ну, у меня сейчас очень мало, ну ладно, это за 280, но остальные тогда по бесплатке. Хорошо, давай. Так, Россия, давай профиты на мои. Слушай, Сандаузия. Так, что у вас тут? Белый мир. Поздравляю с Белым миром. Да, Мамилюк, разорви право прохода с Османом и с Россией, и с Персией. Ну да, как раз сейчас свои войска. Персия тоже, да? Ну, чтобы они через Россию и Персию как-нибудь не пришли. Да. Китаец, как воевать, закончишь, скажешь. Вторую скорость можно, пожалуйста? Нет, пока рано. Я потому что не скоро еще воевать закончу. А я пытаюсь в себя прийти. Англия продает свои война в Китае до состояния души. А что Англия? Отдает свои континентальные кровки, кому интересно. Венеция, Венеция. Нет, это... Я думаю, что Андалузии. Три континентальные провинции будут очень интересны. Так Андалузия против меня, его девочка. Кстати, вы будете с Андалусией разбираться? Да, я предлагаю... Стоп! Прямо сейчас можно. Подождите. Мамлюк, разрывай проход с Османом. Осман не вступает в войну. Сейчас, я... Порвись с Османом. Провинцию продам, давай. Осман, порвись с Мамлюком все проходы. А вы отношения потом сможете наладить?
Союз не надо разрывать. Да, перс... Перс, не разрывай со мной союз, я с тобой буду дружить ради бонуса. Мамлюк, я тебя за ноль продал. Ага. Все, мамлюк, можешь нападать. На кого? На Андалусию, до тебя не доберу. Ну окей, только мне еще куча всего нужно сделать. Только нападай без османа. И без... вообще один нападай. И забери у нее провинции, которые граничат с моими комнатами. Перс... Хорошо. Достану. Мы можем войти все, кроме Османа и Рашки. Если вступает Осман и Рашка, Андалусии кидают оборонительный союз. О, и тогда снова война. У Рашки очень много правопрохода есть. Россия со мной там порви, со всеми порви. Да. Мамлюк, порви проход с Рашкой. Блин, сейчас мои войска... Угу. У меня, кстати, колонию мою поддерживают независимость почти всей Европы. Тебе надо вообще потом самому кидать войну и забирать провинции. Я хочу сейчас избавиться от всех своих провинций на континенте, которые мне не нужны. Тебе сейчас не надо избавляться от провинций. Сейчас кончается, ты нападаешь в цель войны, у тебя счет положительный, и поставки там ее забираешь. Так они даже оккупируют ее. Как они оккупируют твою провинцию? Я имею в виду континентально оккупируют. Ну, хотя бы будет вечная война в твою. Или Макс, ты уверен, деньги? Что ты будешь воевать с Андалусией? Китайцы, пора, по-моему, отводить армию. Ты всех провоцируешь воевать между собой, тут ты спрашиваешь... Не, я просто смотрю со стороны мамлюка на объявление войны и вижу минус... 5 стабильность, плюс 5 военная усталость. Всё распустим. И чё-то я аж как-то... Ну, он подождёт, когда закончится перемирие, и нападёт. Так у него перемирия и нету. А чё у него? Проход войск просто отменить, и всё. Ага. Да, порви проход войск. А, хотя нет, нету. Можете не благодарить за то, что предупредил. 14. Я пока что всю свою армию на остров свой. Великобритания, хочешь, я кафедру пошли? Куда? Пошли в Кандаузе? В Севилью, в Севилью. В Севилью можешь, да. Ё-моё, как медленно, ребят, просто даже на второй скорости. Чё медленно? Ну, в принципе, для Китая медленно, а для остальных это уйма времени. Давай отношения с тобой улучшать. Продай мне острову. Кстати, учтите, что перемирие это будет 5 лет длиться. Давай, когда будет, я тебе продам. Ну, ты можешь прямо сейчас продать, и у тебя престиж быстрее восстановится. Послушайте Немо, он важную вещь говорит. Немо? Все сказал. Я сказал, что перемирие продлится 5 лет. Ну и все, потом опять вызывай. Только не знаю, они опять... Просто учитывайте это. Смотрите, если я еще 2 техи возьму... Я возьму идею себе наступательной, с наступательными идеями я армию Австрии. Я вам просто говорю, все войска переправляем в Италию и нападаем. Фаст мы идем, ну считай, нападаем на Австрию и сразу захватываем Австрию. Там будут все войска, воевали на несколько фронтов. А Италия тут узнает. Ну все, сейчас я буду у него 20 минут порвать. Да там бы, если бы... Флот не помогает. Это кто предлагает? Тайло? Еще 27. Да. Все в Италию стягиваемся и нападаем. Я согласен перебросить 100 тысяч прямо сейчас в Италию. А если нас там разобьют? Как нас там разобьют? Вы ж не отступите. Все количество будет. И у нас есть отступить в Сицилию. Время в том, что у меня флота нет. Вообще никакого. Может мне какой-нибудь дешевый флот продаст, а? Можно переправлять чужими кораблями. Ну так мне их в прошлый раз не дал никто из Японии на войска перевозить. В итоге я сидел в Японии, как лох, всего войну 100 тысяч, ну там 50 тысяч у меня было в Японии. Блин, вот зачем ты это сделал, Торн? У меня как бы тут заплена будет еще. Окей. Спасибо. Ну, который нужно провести. Да я заранее читал. Говорили разрывать, я разорвал. Я вон там в России, пока у тебя войска, ты про 48 тысяч, они пройдут через эти территории спокойно. А, я понял тебя.
Австриец оставил все свои войска у меня на границе. Все, я тут, я отходил. Вот это, ну, так я что, понимаю, война за войной, война за войной. Мы Великобритания, с тебе ничего не взять я с своими колониями. Что говоришь? Колонии твои независимости хотят. Только одна хочет ее, потому что поддерживает. Давайте еще крепость. Космонема только независимость хочет. Я могу принять, отменяться или разобрать потом. Хотя нет, отменяем. Если ты все свои провинции попродаешь в Бургундии, то это ничем хорошим не будет. Это не был ТЦ, это дурацкая провинция была абсолютно. А, понял. И почем ты продаешь? За эпосарию почти продаю. Неплохо. Так и оставим. На границе продавать будем. Точнее, ничего строить. Все это. Я тут. 7-9. Господи, эти 300 корейцев не хотят сдаваться просто до последнего. Так что вот я сейчас говорю, лучше все войска в Италии. Я согласен. Потому что Италия — это самое лучшее место для войны там будет. Крапер мог здесь граница построить царские, здесь 10 было. Кораблей. А если вы перевезете торговцы, все свои войска и объявите войну, да, торгов, у вас разве не будет черных квадратов? Нет, будет. Не будет. Не будет, не потому будет, что это союзная территория. Не будет, и только в том случае... В подождите, ребят, в чем суть? У меня такое уже было. Можно паузу, секундочку? Я тебе могу объяснить, как это происходит. Я, короче, мир заключал, у меня что-то слетело во время мира. Ты без паузы между там. Ты еще ничего у Кореи не забрал? Да. Мир заключается, мир надо заключать на паузе. Я же говорил, паузу, паузу, не смысл. Ставьте сами. Ну так сам ставь, тебе мешают. Ладно, хватай, бывает такое. Хватай, хватай. Бывает и хуже. Короче, что хочу сказать. 34, 9, 8 кораблей. Если мы все свою армию перейдем в Италию, это все, конечно, хорошо. Потом я, например, решил, что, ну как, настала пора немножко уж расширить свои владения и нападу на кого-нибудь. И наша общая цель войны — на какую-нибудь Иишку. Тогда, короче, все мои армии внезапно станут недееспособными, потому что у них черненький квадратик появится. Я уже проходил, я сгонял всю свою армию к России, потом объявил войну Монголии, точнее Маньчжурии, и у меня вся армия стала недееспособной. Просто так. Табак, выходи. Это вообще легко решается. Осман, посмотри, сможешь ли ты мне продать Нарксос? И кого? В данном случае это Сакис. Сакис. А ты чё вообще такое? Это Чиос бывший. Рядом с Сугой. А кому продать? Малай. Ну, скорее всего, дистанции колониальной не хватит. Слишком так далеко. После этой войны мы имеем, ну, ладно, можно атаковать 80 тысяч. Может, денег тогда джайм выпить, я потом отдам. Сколько? Тысячу, сейчас скажу. У меня только 1000 как раз есть, больше нет. 900. 900 тебе дать? Да. Ребят, и следите за отношениями, чтобы в минус не ушли. Ставьте просто дипломатов, которые у вас и так пустуют, на постоянное улучшение, улучшение отношений друг с другом. У меня они улучшают отношения с моими вассалами. Не, мы можем войну выиграть, я так подумал. Блин, весь мир, конечно, иди вообще войну выиграть. Мы даже австрийские армии разбивали, если бы а вы потеряли что-нибудь по итогу этой войны? Нет. Макси, у тебя в триполе армия дохнет. Крайпер. Ну, точно. Крайпер. Что?
Помнишь наш договор по поводу торговца Фелгера с Малакитой и Бенгалией? Хорошо. Окей, я убираю. В Бургундии, походу, тоже сейчас какая-то восстанет. Колония. А, кстати, мне малая не хочет продать что-нибудь? То, что находится на побережье Охотского моря. Я отойду на пару минут. За сколько? Ну, давай обсуждать. Я жду предложений. Россия. В идеале, конечно, хотелось бы за бесплатно. Все-таки это типа российские коренные земли. Ага, ну, это, я оставлю себе там... Кагиргин, тогда уж. А зачем? Ну, я пока вижу только Джигур и Таульск. Мамилюк. Россия, просто отдай мне лучше мой засог, который ты забрал у узбеков, который ты хотел так не отдать бесплатно, потому что Мамилюк. Мы двоились. Просто. Да. Сейчас сделаем так. Понял, давай. Хочешь продать мне провки? Пожалуйста. Нет, короче, можешь у меня в Британии высадить армию 1050? Могу, в принципе. Высади, пожалуйста. Прямо сейчас? Да, у меня в 97-м уже перемирие заканчивается. Речка уже 30 тысяч у меня высадилась. Ну так а зачем именно сейчас высаживать? Потому что лучше все войска держать там. Ну речка разобьет мою армию и оккупирует всю Британию просто. Нет, я имею в виду, если у тебя в 97-м году оканчивается перемирие, зачем сейчас? У меня еще 2 года есть. Я тебе говорю, Лёва, ты меня слышишь? Я тебе говорю, оканчивай перемирие, сам нападаешь. Смотри, видишь, у меня в Уэльсе 30 тысяч поляков стоит уже. Вижу. Слушай, смотри, я могу просто всю армию 100 тысяч отправить туда, но сделать это не прямо сейчас, а как раз к концу 96-го года. Ну чтоб точно, потому что, блин, если они... Решение. Да. Да, но ну, если хочешь, чтобы я тебе помог... Тогда не буду воевать за Лусей. Бурные островки. Так что отправляюсь. Кстати, это край. Я думаю, не стоит так уж наседать на Британию с островками. Андамас. Андамас за кого? Я не знаю. Видишь? Ну, вижу. Уже 56 тысяч. И там еще Франция приперлась. Но они пока стоят в одной провинции и умирают. Там какое снабжение? Лимит снабжения слова. Ну чё, будем Британию спасать? По-моему, надо. Но я уже думал её... Правда, нечем. Таким спасением сейчас опять будет война на несколько фронтов. Окей. А разбить только одну армию вот эту в провинции и всё. И может уходить из Англии будет. Улучшаем отношения с Англией. И ты со мной тоже не забудь улучшить. У нас минус, по-моему. User was moved out of your channel. Так что мне на помощь надо. А вот Мамилюк, вот зря держишь армию как раз в Берии. Россия, можешь разрывать право прохода. Мамилюк, вот из Иберии. Сам никак, у меня очень много дипломатических отношений, как я очень много действий выполняю. Подачи из Италии. А армии на кораблях тоже считаются как боевыми? Индостан. Что? Можешь тоже ко мне приплыть, я союз кинул.
У меня восстание сейчас будет. Торт, ты тоже можешь разрывать пока право прохода. И у меня отношение к лоу. Так я тебе союз кинул. У меня отношение, говорю, к лоу, слышишь? Торт, ты можешь разрывать право прохода сейчас. У меня 5 из 4 связей. Ну... Великолепное взаимодействие, ну ладно. Да нет, там, слишком много. Тортика, по-моему, опять табачная мозаика подкосила. Находится, никто не может друг с другом поговорить нормально. Нужно, чтобы, блин, как-то кто-то один координировал, перекидывал просто людей друг на друга, чтобы они свои проблемы решали, а не все вместе говорили. Я не уверен, что такое возможно. Это основа менеджмента. Есть люди, которые работают, а есть менеджер. Скажем, в Италию попадает Трой. У него столица в другом месте. Мы просто всеми войсками оккупируем тут все, что можно, по-быстрому. Если они даже и стянут все войска, то у нас тут тоже будет вся армия. Да, может нам тогда вот что предложит Мамлюк, например, по одной пробке в Средиземном море, просто каждой державе, например, мне, Криперу, просто продаст по какой-нибудь бесполезной провинции. Кстати, да, Криперу дайте базу. Например, тот же Крит, Кипр, например, или Родос. Вы можете держать и флот, и перекидывать, и солдат создавать. Ё-моё, у меня в Греции забытые 1000 солдат. Ты не совсем правильно говоришь. Там желательно с проходом через водное препятствие. Мамлюк, зачем тебе армию выбери? Ну, тут целых... Ребят, подождите. Там скоро восстание таких будет, я его подавлю. Повыши автономию. Повысь автономию. Вот будет восстание, я его подавлю, а потом повышу автономию, чтобы было плюс ко всему. Просто я не уверен, что 100 моих тысяч вынесет 30. Пусть будут казаки. У тебя еще 2 года. За 2 года я тебе туда 150 тысяч отправлю. Лобанов Ростовский. Фига себе династия. Что, кому-нибудь продать еще европейские провинции? Кстати, имеет смысл создать дочерние державы? Если только их потом присоединять. Да, смысл. Ну, смысл? Или. Илья. Да, мне попробуй продай, у меня дистанция. Можешь падает. Попытаться дочерние державы на материке сделать. Дипломат сейчас придет 17 дней. А там если это не национализировать, она же через какое-то время сама национализируется, да? Вроде как. Это что? Про что? Ну, про провинцию. User was moved to your channel. Про какую провинцию? Спасибо. Так, Россия, следующая провинция. Хаттан. 500 монет. Как обычно. Это странно, у речки нет ни одного отряда кавалерии у меня в Британии. Все дипломаты заняты, ща.
Кстати, в новой версии убрали задание, ну, особенно задание колонизацию. Это хорошо. А ты понял, о чем речь? Ну да, то, что он говорит, колонизируйте непосредственно этот участок. Все, я тут. Нет. Вообще молодец. Табачная мозаика тебя погубит. А что такое, что было? Это... Небольшая паника. Корабли, да? Не я? Да, скажи, ты строишь вообще? А, я их построил, я просто забыл. А у тебя построил, какие тяжелые? Ну сейчас, значит, у меня простые фрегаты. Продаем эти тогда. Хотя нужно деньги вроде сейчас как будет, чтобы обновить. Да, да, у меня простые фрегаты. Но у меня 500 монет есть. Продай мне эти, а я тебе сейчас эти продам. Индостан, я могу тебе продать провинцию в Европе. Ну все, я понял, но я на... Продавать? Ты можешь? Могу продать тебе. А, ну продавать тогда сделаю. А нет, не могу, подожди. Слишком далеко, ну, да. Вот я тебе об этом. Продай мне бумагу. Я тебе потом, если что, денег кину. Даже могу, в принципе, сейчас кинуть. Можешь 50 кораблей апгрейдить? Мне сейчас престиж лишний раз не терять. Вот, Стас, этот островок 3 развития, ты за него какую-то херню сделаешь, честно. Он 11 развития. Ну, 11, небольшая разница. Один островок. Суть не меняет. Ну, он красивый. 600 монет. Все, короче, сменили все монеты. А, Мамилюк, встань войсками в Оксфорде. Оксфорд? Да. Оксфорд. Севернее, одна севернее. А, Оксфордшир, да? Да-да-да. Там большое задержание или что? Нет, просто... А почему ты не видишь? Может, денег не хватает? Нажимаю на кнопочку, она вроде как работает, но не работает. А, дерби? А в дерби? Тоже не видит, да? Угу. Попробуй еще раз. Че, реально не обновляются? А вот обновляются что-то. Ну это я разделил их на два флота. А, цельным флотом они так обновляются. Не хотел. А, окей. Йо, тебе сейчас еще 20-ку продавать? Можете Россиюшки кинуть немножко денежек? Россиюшка на эти деньги нанимает армию. Можешь мне продать еще одну провинцию? Ну, я сейчас не хочу сильно престиж понижать. Тогда просто потом бесплатно. Вот сейчас 20-ка. Дипломат вернется. А я ворую много денег. Эх, негодяй. Кого воруешь? Он доволся, деньги ворую. А? Кстати, кто-нибудь может субсидии кинуть? И сколько воруешь? Около 20. Подожди, а каким образом ты уходишь в минус? Потому что у меня полный лимит армии, и у меня полный лимит флота, по сути. Я продал сейчас. Ну да, это баг какой-то. Пока я из минуса став флота держу, то он обновлять не хочет. Да, может, кстати, потому что я продан. Я тебе потом, если что, деньги буду кидать. Еще. Я сейчас застраиваю страну. Мамлюк, ты можешь сиди дать? А, сколько? Сколько не жалко, 20 монеток хотел. Ладно. Держи. Спасибо. 200 тысяч будет. Надо 350. Блин, 46-й год, начинай подвозить.
Когда у тебя? 47-го начало. Это место было. User left your channel. Чего? Сейчас 96. Ну, а там в начале 47-го. Я ничего не понял. Блин, мне бы кому-то еще продать провинции, конечно, на континенте. Было бы здорово.